продолжаем праздник Перуна и народные забавы. Количество надеваем на голову, противоположные команды спокойно, культурно пытаются отобрать эту шапочку с головы товарища. Сопротивляйтесь как хотите. Отлично. Сопротивляйтесь как хотите. Люди, ориентируйтесь по бантикам, какой команде. Просто сбить шапку, сорвать. Да, кстати, стоп, не просто сбить, удержать ее в руке. Забрать, в смысле, да? Если бил там или что она упала, то не считается. А со спины можно поставить? То есть взять в руку, да? Как угодно! Хоть подползать! Взять в руки, да? Взять в руку. В руку взять, да? Короче, вот так вот. Хоп, там в руку взять. Ну, короче, это самое. И бросаешь на землю, да? И на землю бросаешь? Не-не-не, бросать не надо. В руке удержать. Собираешь. Если упала на землю, то не считается. В общем, как скальпель. Как скальпель, короче, у индейцев. Как только сорвали шапку, сразу человек уходит. Эй, look at this. Nice. Давайте я сниму вас. Давайте на фоне этого. На фоне этого. У вас очень оригинальный этот персонаж. Да, ну что? Ленточки покажете? У меня нет ленточки, покажете? Ну завязываю шапочку черными ленточками. Ну что, кто? Давайте! Мужики есть или почему? Супер, найс. Он осматривается того самого большого спущающего. А потом мы разберемся. Так, дети, отойдите, пожалуйста. Я буду хотеть его. Сначала самых больших надо. Три моста, раз, два. Сейчас, скоро будем начать. Рано. Так, люди, дайте им возможность больше этого самого. Место. Так, дети, мечи поубирайте. Вот эти. А сюда шапку девать? Снял, тот уходит, а ты... Может, положить их, чтобы никто не наторолся? Можно его сломать? Нет. Держите шапки всегда. Друзья, если я с вас сниму шапку, все это... Да, тот же выбыл. Да. Тихо. Так, две команды сейчас будут стягивать шапки друг друга. Ну все, пошли! Давай, давай!
Давай, 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 Так, дети, не лазьте там по собой, дядь. Давай! Тут уже борьба пошла, понял? Дайте ему место! Запаленный адреналин. Тут ничего не делал вообще. Так, до трех. Молодцы. Дышите носом, не то носом. Молодцы, дядь. Это было интересно. Готовились. Итак, понеслась. То сейчас будет новая тактика, идет продолжение. Продолжение. Руками не трогать. Сам потерял. Тактика. А земли не считается, земли не считается. Земли не считается, да, не должен ее, да. С нами был Илюха, все внимание уходило на него. Варьер! Сурвайвер! Молодцы! Так, даем шапки, а вот сейчас... Становитесь, Я одного шапку. В ряд. Молодец, красавчик. Это была интересная игра. Только одной рукой. Новая игра. И этот ряд, Стараются удержать того, кто будет мимо вас вот так вот. Не мимо, а сквозь вас прорываться. О, я прорываюсь. Поняли? Да. Давайте. Так, в два ряда. Два ряда вот так. Встаете друг против друга. Цепляете, как можете. Старайтесь удержать человека, который будет снимать. Одну руку. Ну, потом все у меня снимаете. Много вопросов задать нужно. Я могу много вопросов задать. Я спрашиваю, для кого вы снимаете? Он может как угодно. Хоть ползти. Вы должны его удержать. И удержать.